Привет, танкисты! Карина, пока! Удачи на турнире, Корзиныч! Спасибо! Соскучились по новостям? Тогда сейчас расскажу, чем проводим осень в мире танков. Обновление 1.19, третий этап линии фронта, новый пул танков в перманентной продаже, боевой пропуск, черная пятница в нашей игре, турниры и заслуженная награда. Начинаем! Обновление 1.19 выйдет на основные серверы в конце ноября. Долгожданная новость. Вместе с ним в нашу игру возвращается карта Минск. 21 ноября запускается третий этап линии фронта, который продлится 7 дней. Основное изменение этого запуска – переработанные боевые резервы. После возрождения они будут доступны не сразу. Время подготовки составит 30% от стандартного времени перезарядки резерва. По классике будет доступна и арендная техника. Список танков остался без изменений с прошлого запуска. Удачи на линии фронта, танкисты! 18 ноября в премиум и внутриигровой магазины за реальную валюту и игровое золото поступит в перманентную продажу новый пул танков. Встречайте на витринах Т-77, ИС-3СМЗ, Шварцпанзер-58 и ЦС-52 ЛИС. Для тех, кто в танке, напоминаю, что 30 ноября завершится последний в этом году сезон боевого пропуска. Время заработать недостающие жетоны и потратить их на уникальные машины. Обменять жетоны на награды можно вплоть до 20 декабря 2022 года. Все оставшиеся жетоны после этой даты будут конвертированы в боны. Черная пятница в мире танков. С 25 по 28 ноября вас ждет голдбэк на любые покупки за игровое золото. Приобретайте то, что давно хотели, или совершайте привычные покупки и получайте 20% голдбэка. Уже 26-27 ноября в Москве состоится офлайн-турнир игрового зачета, где финалисты будут мериться, у кого скилл больше, и сражаться за крупные денежные призы. А зрители, которые выполнили вторую цепочку боевых задач и дополнительную задачу от игрового, примут участие в крутом розыгрыше. Так что обязательно присоединяйтесь к нашему эфиру, будет весело! А 19 и 20 ноября состоится тренировочный турнир перед финалом. Для участников офлайн-турнира мы приготовили корзинку с ништяками. Им там точно пригодится. Дорогие танкисты, очередной год вместе с нашей игрой потихоньку близится к завершению. Время новогодних подарков, сюрпризов и ламповой атмосферы совсем не за горами. Для тех, кто забыл потратить жетоны заслуженной награды 2021, напоминаю, что 30 ноября – последний день, когда можно обменять их на награды. Не забудьте, пожалуйста. Ведь в этом году мы запустим акцию «Заслуженная награда 2022», чтобы в очередной раз поблагодарить вас новыми подарками за то, что вы с нами. Все подробности чуть позже. Уверена, что впереди у нас с вами еще очень много побед, теплых воспоминаний и счастливых моментов. Так держать, танкисты! И напоследок новости из рандома. На Малиновке бабаха ваншотнула Мауса. 3-2 раза. Пострадавших нет, только униженные. Шутка смешная, ситуация страшная. На сегодня все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Легкого и веселого рандома. Еще увидимся. Пока-пока.